меня 3 года – это взглядовские годы. То есть вот я весь в том времени, когда это был драйв, когда нам казалось, что мы революционеры, что, когда мы думали, когда мы ждали, что нас могут арестовать, там, и что нас там избивали. Там. Ну, в общем, какие-то вот, вот то есть это какая-то была жизнь, по которой, вот Слава не даст соврать, я перед тем, как прийти сюда, пил кофе, как полковник, никто не пишет, да, вот это заведение, с Татьяной Дмитраковой, режиссером взглядовским, которая там получила массу ТЭФИ, которая начинала «Кто хочет быть миллионером» с Дебровым, делала массу проектов, у нее, по-моему, 3 или 4 ТЭФИ, и вот мы вспоминали, что потом как-то и деньги появились, и вот много чего появилось, но вот это вот пропало, вот это ощущение, ну, войны, вот ощущение того, что мы сейчас совершаем революцию. Потому что, да, нас использовали, мы вот, то есть люди, которые были гораздо умнее нас, играли нами как пешками, но вот мы-то реально себя ощущали революционерами в тот период, вот реально думали, знаете, как это у Гребенщикова есть там, у нас нет надежды, но этот путь наш. Я не люблю Бориса Борисовича, но вот это ощущение, что действительно надежды не было. Казалось, что это такой мощный красный дракон, которого не победить, но хотелось как-то рвануть тельняшку и как-то вот вступить с ним в бой. Потом выяснилось, что как это у Пелевина, что вместо красного дракона пришла зеленая жаба. Не знаете? Это у него, по-моему, в «Ахуле» или в каком-то из романов один из героев, да, в «Ахуле», да, он объясняет лисе, оборотню «Ахуле», чем отличается интеллигент от интеллектуала. Я своими словами расскажу, потому что я же вот не актер, я не могу заучить текст. Но смысл был такой, что в этом городе жило 100 тысяч человек. И жили они под красным драконом. И каждый день они должны были, я прошу прощения, потому что вот я цитирую не все, но какие-то слова я произнесу, которые точно в оригинальном тексте были, и здесь вот дамы, но вот я заранее прошу дам прощения, что слова будут озвучены. И эти 100 тысяч человек каждый день должны были целовать в жопу красного дракона. И вот они назывались интеллигенцией. Вот эти 100 тысяч человек, которые целовали в жопу красного дракона. И потом они с помощью отравленной пудры и помады, которую им предоставила ЦРУ, красного дракона отравили. Через поцелуй. Да. Да. Вот. И думали, что жизнь теперь будет совершенно другая. Но вместо дракона пришла зеленая жаба, которой 100 тысяч человек не нужны были. Им нужны были, зеленой жабе нужно было только 3 человека, каждый из которых в режиме 8-часового рабочего дня, и того 24 часа нон-стоп, должен был делать этой жабе минет. Причем так, чтобы уголки губ всегда были приподняты и была улыбка. Вот эти 3 называются интеллектуалами. А вот те 100 тысяч человек – это интеллигенция. Вот это так Пелевин объяснил разницу между двумя, это не моя дефиниция, я очень советую прочитать «Ахуле», у Пелевина у него какие-то вещи, он прям вот очень точно по мне описывает, и высокохудожественный, я не помню, почему я про интеллектуалов заговорил. Революция. Да, спасибо, Слава. Да, вот видите, что с головой вообще не держу совершенно. Да, вот реально мы думали, что вот мы революционеры. Более того, я вам могу сказать, что вот передача «Взгляд», которая была закрыта, вот тот выпуск, который не вышел, последний, это был предновогодний выпуск 90-го года, то есть это какого-то 20 какого-то декабря 89-го года должен был бы выйти. И она, в принципе, должна была начинаться следующим образом. Это придумка Ивана Ивановича Демидова, тогдашнего режиссера, для, да, сейчас человека, который курирует «Совриск», что ведущие «Взгляда», а ведущие «Взгляда» для меня в моей системе «Карьера» всегда было 3. Это Дмитрий Захаров, Александр Любимов и Владислав Листьев. Ну вот остальные постольку-поскольку.
сидят у костра в лагере в сибирском и вспоминают свое взглядовское как бы прошлое в робах. Ну, то есть вот как бы они посажены. Это снималось это все в Останкинского пруда в парке. Но реально вот была какая-то готовность к тому, что это вот может закончиться худо. И мне кажется, что какой-то период мог быть вот какого-то действительного отката, потому что когда произошли августовские события 91 года, переворот, что получилось, что я в ночь с 18 на 19 августа прилетел в Москву из Болгарии, куда там по семейным делам с женой ездили, у нее там болгарские корни. И когда мы приехали под утро домой, и я узнал о том, что в Москве переворот, от журналиста Франсуа Моро, журналиста журнала ВСД, такой был, это как Огонек, вот у нас Огонек был в те годы, а во Франции был вот ВСД, это пятница, суббота, воскресенье, очень популярный такой еженедельник, и Франсуа Моро был моим соавтором, нас Юлиан Семенович Семенов познакомил в свое время. И он мне прозвонил и говорит, что у вас там происходит, переворот какой-то. Я говорю, интернета же не было никаких, то есть все вот делалось в режиме вот ручном, то есть вот просто звонки. Я говорю, я тебя умоляю, Франсуа, я хочу спать, я только что прилетел, как переворот, о чем ты говоришь? Я только что вот ехал из Шереметьево. Я слышу такой, и слышу прям такой необычный для этого времени, 5-6 лет, такой гул. А мобильных телефонов не было вот этих трубок. Я говорю, подожди минуточку, я выхожу на балкон и вижу вот колонну этих БТРов, которые по проспекту идет. И я говорю, ты знаешь, похоже, что вот действительно так. И я начал быстро, значит, по телефонной книжке, значит, всех обзванивать в панике. И я позвонил в том числе и Тельму Харьяновичу Гдляну, такой был прям очень известный следователь, прям следователь с большой буквы, такая была группа Гдляна Иванова, они там с коррупцией боролись. Прям очень-очень был вот на тот момент известный персонаж. И мне его жена сказала, что он арестован, что за ним в 4 часа приехали и арестовали. Я не самый смелый человек, вы знаете, а вот просто в этот момент так у меня то есть захотелось прям коньячку накатить. И я набрал Олег Данисовичу Калугину. Это тоже был очень известный персонаж. Такой выяснилось, правда, что он предатель, он сейчас живет в Америке. Путин сказал, что он самый большой предатель. Тогда это был единственный генерал КГБ, который выступил как бы против системы, против КГБ, против ЦК КПСС. И я делал с ним сюжет для «Взгляда», то есть, собственно, с моей подачи. То есть у меня на совести, в общем, как бы то, что я предатель. Ну, может, действительно предатель, вот бог их знает, их и не разберешь там, этих вот спецслужбистов, сделал, ну, на тот период, во всяком случае, таким вот народным героем, потому что он и Александр Владимирович Политковский, там для меня лицо «Взгляда», потом ездил в Краснодар, и он там депутатом стал, Калугин. Ну, не суть важно. Да, я позвонил Олегу Данисовичу с таким трясущимся голосом, то есть я так, так вот застремался. И он начал говорить что-то такое, что этих людей будут судить. И я-то прекрасно понимал, что он знает, что его слушают. Нет, ну и меня тоже слушали, я надеюсь, что но его-то слушали 1050%. И он это говорил не мне, он это говорил вот тем, кто слушает. И так вот он говорил, эти люди совершили преступление, гласность не остановить, дело перестройки, что-то такое, типа вот победа будет за нами. И меня так отпустило, я так думаю, человек в материале, гораздо больше в материале, чем я. Поэтому и меня так отпустило, я жене говорю, знаешь, это самое, да, ну наливай, но уже будем пить не горькую, Ну и потом позвонил там телевизионным коллегам, и Иван Иванович Демидов сказал, ребята уже в Белом доме работают. И действительно мы работали и совершенно вот не отдавали себе отчета о том, вот, что за всем за этим стоит, потому что приезжали просто бандиты,
Ну, реально, в Белый дом приезжали там бандиты с бухлом, с икрой, там, с балыками. Ну, нет, просто реальные бандиты, там нам казалось, вот народ-то с нами, вот же оно, вот как бы. Ну, то есть, вот, короче говоря, были люди, которые понимали, к чему это и почем. Все. И время это вот было для меня вот героическое. Я вот поэтому все время все книжки как бы вот и пишу про это время. А к чему начал-то про книжку? Потому что про Эрнста. Вот, сейчас я сам вспомню. Нет. Вот. И с Эрнстом как получилось, что я думаю, что он все равно стал бы заниматься чем-то богемным, потому что он хотел заниматься кино. Он действительно, я считаю, что очень хорошо понимает в кино. И многие вещи, которые появились на нашем телевидении с его подачи тогда, в конце 80-х, они были достаточно революционными, вот в телевизионном смысле, в смысле картинки, в смысле какие-то... Сейчас это такие, ну, банальные вещи, допустим, когда там показывается нарезка слайдов, когда это идет щелчком фотокамеры. Ну, такой, ну, банальный ход, когда там раз, там щелчок фотокамеры, и там меняется изображение. Это его придумка. Может быть, не придумка, может, он где-то это видел, но вот нам вот это все как бы... объяснял он. И когда я читаю, и часто, кстати, меня там спрашивают, в том числе и студенты, что какое было бы наше телевидение, если бы не убили Влада Листьева, первого главу общественного телевидения. Я говорю, оно было бы ровно таким же, а может быть даже хуже. Потому что почему-то существует миф, что Влад Листьев хотел, чтобы не было рекламы на телевидении. Был действительно объявлен мораторий, но мораторий это придумал не Листьев, а Березовский. И придуман это был мораторий ровно за одним, чтобы в течение месяца не было рекламы, чтобы за этот месяц все рекламные потоки были канализированы в одни руки. Руки Бориса Абрамовича Березовского. Ну и Владислава Николаевича Листьева. И это было абсолютно правильно, то есть, потому что был дикий бардак, существовало, ну, по меньшей мере, ну, десяток, я точно знаю, разных контор, которые продавали рекламу. Кто за бартер, кто так, кто это. Существовал Интервид, там, Саши Горожанкина, телекомпании «Вид», которые, они продавали, Лесин продавал в виде «Интернешнл», Солнцевские продавали у них. Солнцевский был, я забыл, как это. Нет, какая-то контора, контора была. То есть существовал дикий бардак, то есть вот это дело надо было как-то вот, ну, устаканить, и чтобы это было цивилизованно, чтобы существовало как бы расценки, чтобы существовало, чтобы перестали вот эти вот пакеты с кошаком, которые носили там. Всегда было видно человека, который по станкинским коридорам, вот у него с пакетом именно с кошаком, потому что вот он шел вот такой нерасслабленный, как бы, а все ходили вот с этими пакетами. С пакетами вообще была отдельная история, был специальный человек, который на съемках программы «Поле чудес» следил за тем, чтобы случайно кто-то с пакетом не сидел в студии, не пробежал, потому что на пакете могло быть там написано, не знаю, там типа «Торговое общество Алисы» там, или что-то там, ООО какое-то, вот, потому что это сразу как бы стоило денег. То есть вот с этими пакетами, конечно, была отдельная история. Кстати, про «Поле чудес». Смотрите, это просто совершенно ворованный формат. То есть существует как бы Wheels of Fortune как проект, и он был сворован не потому, что такие вороватые были люди в телекомпании «Вид», а потому что никто вообще понятия не имел, что существует лицензии, что существует франшиза. Мы этого не знали. Вот во «Взгляд», допустим, ставились клипы музыкальные. Там просто нужно было что-то это иметь. Там Артем Боровик приезжал из командировки и говорил: я привез клип Пола Абдул. Все слушают: класс, и это в эфире в пятницу. Какие права, что-то это, вообще. Нет, это мы не понимали, что вообще как это работает. То есть вообще понятия этого не было. То есть я из великих вещей, которые я совершил, я построил империю совершенно секретно. Каким образом? Значит, вот был бюллетень совершенно секретный Юлиана Семеновича Семенова.
издавал эту газету, и он говорит, ты во взгляде можешь показать газету? Я говорю, да вообще, конечно, не вопрос, там свежий выпуск, я приходил во взгляд. И мы с Артемом просто показывали газету, говорили, что в этом номере там идет. И шли заказы в штаб-квартиру Елены Семеновны со всех городов. То есть возникала просто вот сеть франшизы по всей стране. То есть тираж был там по 3,5 миллиона, хотя мы печатали в Кондопоге 75 тысяч. То есть все остальное допечатывалось путем франшизы. Но это не потому, что Елен Семенов такой взял и как бы там вот коварно обманул. Просто вот мы вообще не понимали, что такое реклама. Что такое вот product placement? Как-то вот все было, можешь показать? Да могу, не вопрос. Были какие-то ребята, Миша и Яша, да, двое, приехали с Брайтона. Они делали такие, как это, sweatshots, как это, толстовка, да, это называется? Да. Вот, типа перестройка, гласность, СССР. Делалось это там на Брайтоне, сюда привозилось, и они... познакомились с Листьевым, говорит, давайте мы вам подарим вот эти, ну, как бы майки, а вы просто будете говорить, где мы, как вообще подарите? За бесплатно вообще? Он говорит, да, и каждому по две штуки. Просто после... я нарыл такое дело. Вот, а мне можно? Можно. И вот мы, как идиоты, вели вот с этими надписями «Гласность СССР перестройка» и говорили, что у Миши и Яши телефон такой за 30 рублей. И думали, мы вообще мы красавцы. Мы приоделись на халяву фактически. Джинсы ты скупил сам, а все остальное у тебя просто от Миши и Яши, потому что ты молодец, и ты красавец. То есть вот до такой степени абсолютно не понимали, что такое коммерция. Нет, какие-то люди понимали, конечно. Какие-то люди понимали, там вот люди, которые, ну, там за границей много, вот Артем Боровик, он... как бы вот какие-то вот эти вещи понимал, и Александр Михайлович Любимов тоже, поскольку он, ну и папа у него шпион, разведчик, и сам он там рожден в Лондоне. Кстати, почему-то, вот я не знаю, почему человек стесняется, что он рожден в Лондоне? Все время там в Википедии написано, что он там родился в Москве, нет, в Москве, да. И вот он везде всегда тренирует. Я просто нам в командировке покупал билет, поскольку я был этим, ну как, ну дедовщина, то есть кто пришел позже, тот и за пивом идет, и за билетами. У него просто в советском паспорте вот место рождения город Лондонск. И я вот гордился, например, ну как бы, ну круто там. Город-герой. Да, город-герой Лондонск, это главный русский город сейчас. Вот, и вот тоже, может, за счет того, что у него был опыт и работы на навещании, и опыт жизни за границей, то есть он тоже вот быстро вот понял вот эти рыночные механизмы, то есть вот... Дело в том, что Советский Союз, он же не подписал вот эти все какие-то вот эти конвенции. То есть мы это делалось, мы и наши берите, что хотите. Хотите, показывайте Софию Ротару у себя на BBC One, мы тоже вообще в обиде не будем. То есть Советский Союз не подписывал этих конвенций, поэтому это не являлось нарушением международного законодательства, потому что мы не были субъекты, да, как это правильно сказать, не были субъектами. Да. А вот сейчас вообще непонятно, это уже просто, это уже за давностью лет, тем более очень сильно изменился формат от оригинального. А вот сделан он был просто в Париже, этот проект был сделан. Тогда поехало 35 человек была делегация, выездной выпуск «Взгляд». То есть, с одной стороны, платили 40 рублей. Ведущие получали 40 рублей на всех за ведение «Взгляда». Вот существовали потом, когда сперва тройка была «Взглядовская», потом появился Мукусев, Ломакин, Политковский, там меня позвали, Боровика, Флерковский несколько выпусков вел. И ввели там и по два, и по одному, и вот эти вот слухи по Москве. Этого запретили, Любимого не было в эфире, потому что он сказал вот там про Ленина. А это тупо просто 40 рублей был делить либо на троих,
либо на двоих, либо одного. Поэтому просто договаривались, давай ты вот в следующую пятницу проведешь один, а я сюжет сделаю. И сороковник твой. А, там, а потом мы там делим по 20 рублей, это серьезные деньги, потому что за несколько часов работать, целая стипендия была 40 рублей в институте. А, так, минутку. А, да, вот Любимов, вот он достаточно быстро вот, вот эти вещи освоил, и стала появляться джинса, причем, как она стала появляться, там, Толмацкий Саша, который, для которого все знают, кто не знает, кто такой Децл, или уже все забыли? Ну, вот Толмацкий, он отец, значит, Децла, а в ту пору он был как продюсером, или как это назвать, менеджером, администратором, директором. Он был директором Олега Газманова. Вот. И мы были хорошо с ним знакомы. И он говорит, слушай, поставьте Газманова, песня «Чумовая путана» называется, 100 рублей. И я такой, ну 100 рублей вообще большие деньги. Я говорю, что вообще, у нас рок вообще, это взгляд, перестройка, гласность там. Вообще, Олежку очень люблю, но никакой путаны у нас не будет. И потом так раз в эфире, типа Любимый говорит, а сейчас у нас музыкальный номер, песня «Путана». И я так... Не понял. Вот, а я говорю, ты что, деньги взял? Он говорит, что? Это просто Саша Толмацкий, наш товарищ. Я говорю, а в этом смысле? Вот, и, то есть как-то стали брать си. Вы знаете, вот в этом не было вот того, что сейчас, вот это то, что называется джинсой, вот это привкусы коррупции, потому что деньги для нас, советских людей, здесь, я понимаю, самый пожилой из всех присутствующих, здесь никто в возрасте доживания, то есть пенсионеров здесь нет, я один, есть, да, хорошо, значит, нас двое здесь. Вот, а деньги были для советских людей, это такой элемент фронта, то есть это вот как бы мы против советской власти, то, что мы деньги взяли. Ну, мне это сложно сформулировать, я это чувствую, вот, а рассказать не могу, то, что вот когда вот эти деньги пошли, вот в этом был такой элемент, вот Разбаш там, я помню, на директорате вид там пистолет показывал, а Влад Листьев любил там кышак достать там вот так. И в этом было, что это пистолет показать и вот пачку баксов, это примерно, ну как вот, а? Это типа да, это не как вот не так, как раньше. Это то, что раньше было нельзя, а сейчас можно. То есть в этом вот не было такого, что вот прям все такие меркантильные и деньги. Вот деньги имели какой-то в тот момент, вот 89-й, 90-й, вот до 91-го года, до того, как действительно рынок пришел и все вот поменялось, это был вот такой элемент. Вот Мукусев любит вспоминать, что когда его сливали из «Гляда», это начало января 90-го года, он Листьева вывел в коридор, у меня это в книжках есть, ну, со слов Мукусева записано. Мукусев один из ведущих «Взгляда» и первый выпускающий программы. Дело в том, что надо понять, что Листьев для многих людей, вот «Взглядовцы», они воспринимаются как некое одно целое. На самом деле там достаточно большая была разница и в возрасте, и в опыте. И Листьев писал свой диплом журналистский по работам журналиста Мукусева. То есть в его системе координат Мукусев был гуру и мэтром. То есть его диплом журфаковский он писал по мукусевским репортажным работам. И первый тост после 2 октября 1987 года, 30 лет назад, вышел первый выпуск «Взгляда», я не имел никакого отношения тогда к проекту, я это знаю со слов Киры Прошутинской, которая этот проект начинала. Уже первый тост Листьев сказал им именно за Мукусева, хотя Мукусев не присутствовал, он был в Афганистане. В Кондёрске это дико возмутило там и Киру Прошутинскую, Малкина, которые были, собственно, родителями «Взгляда», и когда после первого выпуска, значит, это дело отмечали, они думали, что как-то сейчас, ну, или про Сагалаева что-то скажет, или про них, а он сказал про Мукусева. Я подвожу к тому, что Мукусев был в глазах Листьева вот человеком, на которого он равнялся. И когда Мукусев его
вывел в коридор и сказал, давай мы уедем с тобой в Сибирь и начнем все сначала, то есть будем делать взгляд там из... Он откуда делал, по-моему, из Екатеринбурга. В общем, предложил ему с ним уехать. И Лисев достал пачку баксов из кармана. Он говорит, ты хочешь, чтобы я вот это променял вот на то? И вот Мукусев это рассказывает, ну как бы вот в его системе координат это опускает Владислав Николаевич, что вот он такой меркантильный. А я-то вот очень хорошо помню Влада. Вот он совершенно не был совершенно вот на деньгах повернут. То есть для него вот это вот... Пачка денег – это вот такая вот, это какой-то такой билет в какой-то новый мир, вот билет вот в свободы. То есть вот его многие считают, что вот он был жадный, он был совершенно потрясающей щедрости человек. На него непризнанная дочь его дала один раз интервью, где сказала, что вот он не хотел платить алименты, матери судился там, с матерью из алиментов. И это вот как бы подалось, потому что вот он такой был жадный. Здесь надо понимать, что у него к этому времени было два ребенка от другого брака, и у него была стипендия. И новая жена, они были студентами. То есть они просто двух детей, один из которых был больной. Он умер потом, мальчик. Влад младший. Для них просто там каждый рубль был на счету. Потом, когда у него появились деньги, он такие аттракционы устраивал. Он один раз... своей жене последней, третьей, Альбине Назимовой, купил цветочный магазин. То есть он шел домой на Арбат, зашел в цветочный магазин, сказал, вот это все, что у вас, да, вот сюда, по этому адресу. Альбина бедная потом ведрами раздавала вот эти, потому что это же ну, сколько цветы могут жить, она просто всем знакомым предлагала просто ведрами возить цветы. Вот, и потом, когда он вечером вышел в булочную, а он ходил в булочную сам еще, и он увидел опять цветы в этом магазине. Он говорит, как так? Он говорит, ну у нас же там в подвале, ну, сказали. Он говорит, нет, это мы так не договаривались, сколько? И вот купил еще то, что закрыл магазин, то есть, условно говоря. Ну, то есть вот это вот, знаете, вот миллион алых роз, это вот, собственно, то есть я понимаю, что это существовало за 150 лет до Листьева, но вот он мог вот такие вещи делать. И это не в том смысле, что у него дофига было денег, что их некуда было девать. Он просто вот все, что у него было на тот момент, вот на тот момент, он потратил. Другое дело, что слоган телекомпании «ВИД» был «Все только начинается». Нам казалось, что действительно все только начинается, что дальше будет вот непонятно как, но вот будет вот так вот, всего будет много, и, не знаю, там свободы, денег. И это казалось, что это вот одно и то же. И действительно, свобода была потрясающая в плане... того, что мы работали на государственном телевидении и совершенно спокойно и осознанно как бы воевали с государством. Потому что государство, не знаю, Слава, наверное, будучи охранителем и человеком гораздо более ватным, чем я, хотя я уж такой ватник для своей среды, наверное, обидится на меня. Но я считаю, что государство, оно должно было быть разрушено в той модели, в которой оно существовало. Потому что дело в том, что все руководители, которые были до, скажем так, до Хрущева, и Владимир Ильич Ленин, и Сталин, они были диктаторами, все такое, но они были очень крепкими журналистами. Я объясню, что я имею в виду. А они ведь писали на самом деле статьи, и они очень корректировали дискурс. Когда менялись обстоятельства, дискурс менялся. То есть вы вспомните, сперва у нас был военный коммунизм, потом раз и НЭП. И это все было обосновано. Все под это подводилась теоретическая база. Тот же Сталин, который, так сказать, вот пытался все-таки страну интегрировать в мировое сообщество, он писал соответствующие статьи. Потом у нас общество развивалось так, а дискурс остался сталинский. А общество развивалось совершенно по-другому. И вот этот вот разрыв между идеологией и фактом, он нарастал, и в какой-то момент вот это ханжество, оно было просто невыносимо. Вот из вас в советских вузах никто не учился. Ну, понятно, мы с вами, да. Вот эти политинформации, когда собирались люди, вот примерно в таком составе,
И все понимали, и вот стоял вот такой человек и говорил типа политинформацию там про Луиса Карвалана. Под это гаджетов не было, поэтому все, в общем, как-то что-то участвовали как-то. Что-то. И, то есть вот это было, то есть не было ни одного человека, который вот действительно там думал, Луис Карвалан, он все-таки как-то надо что-то делать. Голова! Надо что-то. То есть. Вот это было совершенно невыносимо. Ну, потом, я не знаю, то, что людей не отпускали там вот за границу. Я, честно говоря, я человек совсем не святой, я грешен. Я просто зароманился с немкой, просто для того, чтобы тупо свалить. Ну, просто, фу, отпад. Для немки. Хайди, да, звали. И мне говорили, друзья, говорят, ну она как ты. Нет, я, честно говоря, в последний момент я все-таки откатил. То есть мы подали в ЗАГС на Грибоедова, я потом подумал, что я все-таки не могу так поступить с человеком, потому что она говорила мне, дубист май клейный митцы кацн, что значило, ты же мои маленькие котеночки. Я думаю, какая я все-таки сука, вот как вот, как вот я могу, потому что мне говорили, друзья, говорят, а нафига ты собираешься, собственно, в ГДР ехать-то? Я говорю, ну там же стена берлинская. Я приеду и. Так застрелят. Не факт. То есть вот реально, я вот так хотел, что готов был вот взять грех на душу, то есть вот обмануть девушку вот для того, чтобы, значит, вот воздух свободы. Я помню, что такой был Григорьев. Какое-то отношение у него к машине времени. Он вышел замуж за... То есть, нет, вышел замуж. За канатку, он именно вот это вот, я не женился, он вышел замуж за канатку, развелся там и жил на пособие по безработице в Канаде. И приезжал сюда, привозил пластинки, жвачку, и мы сидели на Гагарину Андрея Вадимовича Макаревича, и он рассказывал про эту жизнь, что платят типа $200 вообще просто так, ни за что. И мы, да ладно. Ну как? Он говорит, вот просто потому, вот $200 я имею. Ну не может быть, типа доллар на черном рынке стоил 4 рубля 800 рублей, а генерал КГБ и академик 500 получали. 40 была стипендия студента, 120, нормальная зарплата. Я когда вел номера московского комсомольца, получал 65 рублей, это называлось полставки. Полную ставку никто не получал, такой вот 130 рублей, это несерьезно. То есть, типа, ну как 800 рублей человек получает. Ну, мы так немножко не понимали, что такое 800 рублей здесь и $200 в Канаде. Это не одно и то же. Но вот реально не было вообще никакой информации. То есть, вот человек там привез джинсы, он там осчастливил. Я помню, привозилась бутылка, типа, звонил мне там товарищ такой мой, говорит, у меня есть бутылка Кока-Колы, мне привезли. И мы собирались там. Причем люди привозили там балык, коньяк пятизвездочный там, и потом в конце вечера выносилась бутылка Кока-Колы. Смотри, ну открывай. Просто с трепетом открывалась бутылка Кока-Колы, разливалась так. Ну, просто как туземцы. Вот серьезно, просто выпивалась эта Кока-Кола, потом в эту бутылку наливался кофейный раствор, она закрывалась и ставилась за стекло, она стояла, потому что это у тебя Кока-Кола. Да. Вот, представь себе, попробовать. Ну, нет, старик, это Новый год будет, тогда попробуй. Но это ужас был. Вот просто вот вспоминаешь это из... С каким... А? На самом деле нет. Вот когда пил, мы же раньше теплые пила же. Что-то как-то, наверное, что-то я какой-то неправильный человек, как-то я вот не. Ну, это как с манной кашей в детском саду. Вы знаете, это эксперимент с манной кашей. Знаете, да? Ну, это такой вот очень известный эксперимент, когда берут тарелку манной каши, и в одном она сладкая везде, а в одном месте она соленая. И из одной и той же ложечки дают всем детям, и когда доходит до ребенка, ему дают соленую, он так ему говорит, вкусно, а он смотрит на остальных и говорит, да, хочешь еще? Нет. А вот, ну, вот так вот устроено, поэтому, я не знаю, может, кому-то нравилось. Действительно, вы понимаете, там у меня, допустим, я не самый умный был мальчик, прям скажем, не вступил в комсомол. Ну, просто так,
Мне казалось, комсомол, вот это не мое что-то. Не вступил в школе в комсомол. Меня не приняли документы. После школы надо было поступать в ВУЗ. Я математик был, там мама математик, преподает по-прежнему в авиационном институте. И меня в МГУ просто сказали, а мы не можем взять документы. Вы не член ВЛКСМ. Я к маме тогда, в МАИ. Ну, мама там на кафедре. Мне в приемной комиссии говорят, ну, мы, да, все знаем Клавдию Васильевну, конечно, но мы на космос работаем. Я единственное, куда я смог поступить, чтобы заниматься математикой, это в педагогический институт имени Ленина. То есть с детьми у нас можно было заниматься, нет вопросов. Типа на космос работать или науку двигать, нет, надо было быть комсомольцем. Вот эти вещи, они, ну, это был какой-то вообще трешак. Что вот не будучи комсомольцем, там, человек не мог поехать там за границу, не мог там устроиться на работу. Просто эта система начала рушиться в 85-м году, потому что меня не комсомольца взяли работать в газету «Московский комсомолец», орган МГК, МК в ЛКСМ. Это был 85-й год, и я был пьющим очень, таким юношей. Ну, такой вот от безысходки, от того, что не смог жениться на Хайде и дорваться до мира жвачки и Rolling Stones, сходить на концерт Rolling Stones. Сильно так выпивал, меня выгнали с работы, где я работал по распределению. После математического факультета. И мой товарищ сказал, давай я тебя в газету в «Московском комсомольце», вот он там, Жень Федов, устрою, ты же нормально пишешь, а мы все там были, как бы не только выпивали, но и что-то сочиняли, там писали, я за него какие-то заметки писал. И я такой пришел устраиваться на работу к Павлу Гусеву, который сейчас собственник газеты, владелец половины острова Корсика и многих-многих всяческих типографий и зданий в городе Москвы. Москва. А тогда просто вот бывший второй секретарь райкома комсомола, которого, значит, партия направила на агитпропский участок, и он стал главным редактором после Льва Гущина, который был изгнан за педофилию с этого поста, значит, возглавил эту газету, и я такой пришел, написал заявление Гусеву, я так волновался, он говорит, ты что, пьешь? Я так думаю, вот я не могу же соврать, это ж мой работодатель, и я так говорю, да, он так раз там, типа в штат, сразу, я понял, что ну, жизнь налаживается. Это был 85-й год, то есть уже пошла вот это вот, все, что называется гласностью перестройка, хотя уже через три месяца я получил значок «Золотое перо», стал членом редколлегии, стал вести номера. Вот по вопросам о разрыве, вот про дискурс, который я говорил, я подписал в номер газету, весенний номер, это как раз был, я устроился в декабре, да, где-то в апреле 86-го года, фотография в номере, в газете «Московский», называется «Грачи прилетели», где ну, вот эти вот лысоватые еще весенние деревья и там вот, ну, птицы. И дикий разнос из горкома партии, потому что за деревьями там, я не разглядел, там были купола церкви. И был дикий бэмс, что я пропустил это. Вот я ездил с Гусевым на разбор в горком в ЛКСМ. Это вел тогда заседание Копьев, который сейчас владелец ФК-система. Ну, знаете, да, вот Евтушенко, вот эти все дела, да, миллиардер. И он говорил, ты понимаешь, что ты сделал? Я говорю, да. Знаешь, что мы сделаем с тобой? Я говорю, нет. Мы исключим тебя из комсомола. Я говорю, нет вопросов. Готов через это пройти, потому что я не был членом ЛКСМ, поэтому как-то... А второй раз было у меня тоже сведение, ну, после чего меня отстранили от ведения номеров. Такой был Саша Маркевич, поэт, которого путали, потому что все же подписывались там. А Маркевич, его путали что-то сегодня с Макаревичем. Он написал какой-то очерк, даже не помню о чем, но кончался он, там последние строки, последний абзац кончался,
И он вышел на балкон, воздев руки навстречу восходящей луне в языческом жесте. Это и точка, все, подпись от Амаркевич. И уже 11 вечера, пора газету подписывать, она там не позднее 12, и вбегает Гусев. С красной весь, размахивая вот этим, там же, как сейчас же газеты как делаются, все же на компьютере, а раньше просто для того, чтобы каждую строчку исправить, это переливалось в свинце. То есть менялась строчка, человек по пневмопочте отправлялся в цех, там наборщики в свинце наливали вот эту строчку, это все печаталось свинцом, и он с такой дымящийся оттиском, вот, который уже подпись газеты. Это что такое? Я говорю, что такое? Он говорит, читай. Я вот то, что я просто эту фразу запомнил. Просто я вот ее читаю. Он говорит, в языческом. Он что, у тебя в синагоге? Я говорю, да нет. Он говорит, немедленно убрать. Я говорю, да вообще не вопрос. Просто раз этот абзац убрал. То есть вот такое было. Вот просто вот, ну, о том, что языческая синагога, это как бы это отдельная история, но слово синагога вообще употребить, то слово жопа еще, может быть, могло как-то пройти. Я помню, что Ильян Семенов, он публиковал с моей подачи какие-то отрывки, у него прошло, прошу прощения, там слово целка. Да. И как-то это тоже обсуждалось, но синагога нет.